Скайджу. Сервер ветераны. Так, надо брать вот это. И вот это. О, охереть. Вертолеты, то есть эти геркулесы так взят. Вторая карта даже. Надо вон аккуратно подкрасться. Все вещи они тут попрятались, конечно, такая карта хитрая. Ни хера не видно, кто здесь бегает. Наверное, снайперская карта. Почему он там хер бежит? Чё, пизда? Ну что тут делать? Тут видишь, как-то надо искать какие-нибудь места для пристрелов. А там ледяная пустыня, что ли? Так, ну давай-ка сюда. Да карта неинтересная. Хер, тут видишь, сложно где-то закрепиться, блядь. Да, такая карта. Блять, уже сюда пробежал. Так, отлично. Он там, видишь, он в этом заводе находится, похоже. Так, глупое дело, давай-ка сюда. Карта херовская, теперь негде закрепиться. Очень хуёво. Конечно, оригинально сделано, но...
И там все как крысы, конечно, прятались. Блять. Снял опасного снайпера сверху. Надо вон туда залезть. И сюда уже сразу гранатомет. Где тут? Нигде не ляжь. Так, вот их база. Отлично. Кирио какого-то убили. Да, такое место-то грибное, наверное, вот на этой вышке. Пока не просеку. Отличненько. Второй раз его. Так, сейчас будем думать. Гадать, я кто из них полезет. Такс, пока что-то. Что пиздец? А скул фейс. Поставим на всякий пожарный, что-нибудь да полезет. Так. На всякий пожарный. Даже сейчас мало времени стоит. Ну, доиграем. Один час. Пока там активности никакой. Ладно, давай наверх. Так. Надо полагать. Где там? Где это вражеская? Это вот тут, наверное. Так, вон один хрен залез. Надо прятаться. Левая башня. Ты, блядь, пока не вылезешь. Блядь, всё, пизда. Я вижу. Оттуда стреляют. Подождите-ка. Все, готов. Так, ну давай тогда тут под хакдоун. Так, давай-ка посидим вот тут, как говорится. Ну, последние 9. Сука, блядь, лишь позицию надо менять. Желательно, потому что все это очень опасно. Фреддис Бэк, командор Рэйми. Это снайперская карта. Всё, довалить. Сука. Прямо в башку ебать. Прямо в башку. Теперь наверх-то, наверное, опасно лезть. Могут уничтожить.
Блять! Вот ты сука, где-то, вот где он там затаился, ты ебать его урод. Вот ты сука, вон он там наверху. Готов. Марине Майк. Все, давай, давай, вали, вали, вали. Вали, 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 вали. Готов. Кирилл готов. Так, ну-ка. Суки затаились, так. Тут надо быть аккуратным, видишь, они в любую секунду могут попереть. 24-25, сейчас счет маскирует. Готов. Он там наверху кто-то копошится, я, да я уже вижу. Подожди, подожди, подожди. Полезет, интересно, нет? Хуй его знает, пока что-то никакой активности от него нету. Вот, нет. Все, готов. Марине Майк. Отлично, 25-25, 26-26. Вообще, блядь, счет идет поровну. Вот как его, блядь. Подожди. Надо, видишь, быть очень аккуратным, иначе могут сразу победить. Куда вот он поехал? Все, пизда. Блять, все. Вчера фрагов слили. Нахуй хуй, блять. Да все уже теперь слили. Три сразу фрага кирить. Да, херово. Готов, готов. Все, давай, 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 давай. Отход, 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 отход. Ну, сука, перехватить, конечно, особо не удается. Понятное дело. Я вон вижу эту суку, ну пока. Да все, не, наверное, ничего не делать. 28-30. Я там эта крыса-то засела. Что-то пока не видно ее. Блять, все. Пизда. Все, пизда, видишь, блядь. Бьет снайпер. Да, дело плохо. Не с вышки ли опять? Блять, он с ней прыгнул. Да. Ёбаный, ну там же на трубе сидит. Да.
козлина. Так. Ну давай сюда. Да уже большой разрыв, наверное, проходил. Все, готов, вот уебок. Там еще он не сидит один. Видишь, они на эти трубы, суки, залезают и пизда. И пристреливают все, суки. Ну, две минутки осталось. Сейчас уж конец, недолг. Готов. Козел догадался, куда залезть. Вторично мы его хлопнули. Ничего не сделать, огромный перевес. Да, блядь. Там где-то сидит. Дас. 32-37, уже ничего теперь не делать. Практически равный был счет. О, блядь, снайпер. Да. Сука, там, наверное, опять с башней работает или еще. Еще какой-то господствующей точки, похоже, ебется снайпер. Так, минута осталась. Так, ну что у нас там дальше? Из этих труб, как водопады какие-то фонтанируют. 32-39, конечно, пора жить. Уж ничего не понимаю. Поиграли. Как там? Так. 32-40, блять, огромный счет. Ну-ка, ну-ка. А все, нет, все, уж конец. Вот надо, конечно, на этих укрепляться было пробовать. Ну ладно, что говорить. Ой, так я и выиграл, охереть. Джон набирает 3-4 очка и 12 фрагов. Да, это круто. В общем, остальные вот товарищи меньше набрали, получается. Ну, почему-то так тут в таблице они какие-то странные. Ну, молодец, молодец.